Она, по идее, значит, должна либо быть у него, либо, короче, ее просто нет. Но ее же не может быть просто не быть. Ты же понимаешь. Я найду ее сейчас. Три перфокарты, из них две бэшки. Чё за вообще херота? Где она тут, перфокарта у него? Давай внимательно смотреть. Так. Тихо. Сейчас бы лоханулись. No floppy disks detected. Где эта гребаная перфокарта? Перфокарта А Тома Лумана в комнате на первом этаже. Это мы нашли. Пропуск Алекса Дебуа до сих пор в ящике Даниэля Хелбена. Нахер мне перфокарта Б осталась в мастерской Вики Эдмонса. Перфокарта А у Даниэля Митинга. Даниэль Митинг. А С где, бля? Ты видишь АА? А С где? Ладно, хрен с ним. Да. Не понимаю, ну и ладно, хрен с ним. Боуман, давай, заходи. Я Боуман. Так. Up and away. Up and away. Может, перфорационная карта? Какой сейф изучить? Вы что, гоните? Какой сейф изучить? Где перфокарта? Где перфокарта? Уже 7 часов, блядь. Перфокарты нет. Так, ладно. Давай, Фелис. Применить. Правильно я делаю? Как ты думаешь? Код успешно применен. Не знаю. Правильно, неправильно, без понятия. Так, ладно, давай пойдем сюда, наверное. По идее, три катушки у нас с тобой есть. Они все работают. Значит, сервер запущен. Карта у нас с тобой есть. Это хорошо. Три перфокарты. Я не видел просто больше других перфокарт. Ты ж понимаешь, я больше их не видел. Так, здесь самое главное не заблудиться. Так. Где мы с тобой спускались? А, вот мы с тобой спускались, вот здесь. Отлично. Ну что, погнали тогда сюда. Да есть у нас все три. Я так думаю, что все три у нас. Так, значит, флоппи диск. Стив, I've had a security alert. Бля, по-моему, Стив сейчас придет. У меня три перфокарта. Да, все три. Отдай диск скорее. Быстрее. Тихо. Мне нужно наверх. Где эта лошара? Ух. Значит, я не ошибся. Все три перфокарты у меня были.
30 минут. Да за 30 минут можно в Китай уйти. Тихо. Идет загрузка. Код. Union, Payon 1. Все, все, вот, 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 Pay. Он. Быстрее, быстрее, быстрее. Один. Где единица? А, я выйти не могу. Блин, быстрее давай. Все? Все. А я все забрал. И что теперь делать? У меня же встреча с Боуманом. А нет. Тихо. Здесь есть в кабинет Боумана, прям можно выйти где-то. Тихо. Я кругом оббежал, ты понял? Я знаю, что к Боуману можно здесь же попасть. Мы с тобой уже ходили. Тихо. Фух. Музыка напряженная. А Боумана-то нет. Выход. Где выход? Это лифт. Ну, выход на первом этаже. Так. Мистер Миллер, ну и задали вы мне работенку. Какую работенку? Иди нахер. Так, ну по идее все тогда. До свидания. А по идее, видимо, Боумана-то уже нет, мы все с тобой сделали. А вот и Боуман. Не понял. Откуда ты взялся здесь? Что, плохо с желудком? Сожрал KFC, не, да? Что ты ел? Макдональдс, KFC? Несвежий соус? Да, надо покурить. Действительно, прям надо покурить, прям сразу. Кончилась зажигалка. Ну, бывает, бывает. Бывает, друг мой. Какой ты недобрый. Так, там сидит Скарлетт, ты чё? А я-то где? Да хорош курить, бросай. Бросай, давай уже, что там, давай. Побазарим уже, что ли, не знаю. Да, правильно. Выкидывай. Выкидывай. Бросай курить, вставай на лыжи.
Канал города Тьюринг. 19:03. Время решать. Что решать? Промбабум. Так, это я вышел. Да! Это знакомый нам с тобой маршрут. Что мне сказала помощница? Помощница мне сказала, что нужно встретиться. Я тут послушал другие записи разговора с Алексом. А нашла кое-что весьма странное, о чем остальные забыли. Он говорил, что его ключ-карту украли в день взрыва. Но это я знаю. И это сделала Скарлетт, между прочим-то. Но она типа свою потеряла, на самом деле ее оставила... Мне жаль, что с Алексом все так случилось, правда. Но я не могу нести ответственность за все, что происходит. Да, он сам виноват, да, уверяю вас, мне очень напугало его сообщение. Вы слышали, что он сказал? Во всем, что произойдет дальше, виновата буду я. А мы все знаем, что произошло дальше. Да помним, конечно. Бухнуло. Сейчас будет бадабум. Вот что произошло. Это просто здравый смысл. Но акт — это куда больше, чем все думают. Это решит проблемы. Короче, акт должен видеть свет. А на самом деле главное — это обработка данных. Для этого у нас есть силуэт. Что вы, по-вашему, такого знаете? Да ничего вы не знаете, понятно. В смысле звонит телефон? А, там будка есть. Я же здесь шел тогда, в будку пытался залезть. Так, ну давай, посмотрим. Это, наверное, моя помощница звонит. А откуда она знает, где я всегда нахожусь? Очень подозрительно. На ВНБ, что ли, работает? Харви. Скарлетт. Боялась, вы не возьмете трубку. Времени мало. Он вышел покурить. Если файлы у вас, прошу, не делайте этого. У меня в подвале компьютер с готовым пресс-релизом и зашифрованными документами. Чтобы туда попасть, обойдите дом слева. Я оставила окно в подвал открытым. Вам нужно лишь вставить картридж и нажать «Загрузить». Нам нужно остановить акт. И сделать это можете только вы. О, черт, он уже идет. Почему я? Почему всегда я все делаю? Я не понимаю. Ну ладно. Что тут в мусорке-то? Нет ничего хорошего слева обойти дом. Вся ответственность всегда лежит на мне. Это ж плохо. Ну все, это будет неважно, когда он продаст свои акции. Он больше не хочет иметь ничего общего с союзным актом или комплексом Боуман-Карсел. Это еще что значит? Он вам не сказал? Майкл оставил свою долю в компании Скарлетт, а учитывая ее 5% акций, она теперь управляет компанией. Так ведь? Get your greens. Reds, крысы. Обойти дом слева. Тук-тук. Без понятия. Но здесь один вход, ты понимаешь? Здесь просто один вход. Вот этот дом, я так понимаю, наш. И как и по-вашему с этим связан, детектив? Ничего не понятно, короче. Скарлетт думает, что я расист. Она сейчас вообще винит меня во всем. Она оторвана от реальности. Пойти дом слева. Пицца. Не самая здоровая еда. Но очень-очень, сука, вкусная. Тьюринг Драйв. I don't think she's capable of something so terrible. Да что за херня, куда идти? That being said, I didn't think Alex was either, so...
How wrong can you be? Не слабо я ошибся, а? Б. Тоже витамины. Заключение. 19.08. Дом семьи Карсон. Ну что, я даже не знаю. Так, она попросила меня зайти. О, я не знаю, что делать, друзья. Это вот здесь она сидела. Ячейка для картриджа Баумана. А у меня его нету. Я что-то ничего не понял. А здесь должно быть три картриджа, правильно? Короче, пойдем с ним побазарим. Мне, думаю, понимаешь, мне почему-то кажется, что это будет правильно. Ну, может, конечно, я даже не знаю. Я не знаю просто, что делать, понимаешь? Ладно, хрен с ним. Давай, наверное, она просила все-таки. Действие компьютер, что? Катать же с данными. Чик. Чик. Не знаю. Ну что, отправить? Я не знаю. Ты понимаешь, у меня двоякое сейчас такое ощущение. Отправить, не отправить или пойти все-таки к Боуману поговорить? Ну ладно. Давай, значит, отправить так отправить. Давай. Подтвердить рассылку. Что тут у нас есть? Не знаю я. Знаешь, мне стрёмно. Нет файла для отправки факсом. У меня нет файла. Ладно, все, погнали. Подтвердить. Подтвердить. Отправка файла на 16. На все айпишники погнала. Долго будет это интересно длиться? Все? Файл успешно закачан. Выполнение скрипта завершено. И чё? Я могу это взять? Нет? А что мне нужно делать? Факс? Факс машин погнала. Ладно, хорошо. Ничего нет. Я не понимаю, я все сделал правильно или нет все-таки? Или, может быть, я лоханулся? Ну ладно, все, что сделано, то сделано. Мне, в принципе, больше нечего отправлять, нечего говорить. И нечего. Вообще нечего. А, мистер Миллер. О, мистер Миллер, вы уже здесь? I didn't see you come in. Да, здесь. We've been expecting you for мы уже довольно давно вас ждем. Please. Прошу, садитесь. Harvey, this is Harvey, это Чарльз Боуман. Похоже, это он забрал ваше досье. Тут сказать, что вы много собраны, так что вы наверняка припрятали кое-что еще. Если вы, конечно, журналист, за которого себя выдавали. Харви, вы это сделали? Какой интересный вопрос. Но я должен спросить, что вы решили, мистер Миллер? Харви, я вас не обманывала. Я не хотела, чтобы так получилось. Если вы отдадите это Чарльзу, мы потеряем все, над чем работали.
Really вы правда этого хотите? As you can как see, видите, мы с миссис Карсон уже давно не можем прийти к согласию. И, похоже, зашли уже в тупик. Боюсь, пришло время выбирать сторону. Так я уже выбрал. Я же уже там нажал все. Тёлке я помогаю. Уже поздно, я загрузил файл. Надо сказать, не ожидал это от такого известного журналиста. Я подниму? Или ты? Чё ты сидишь? Иди поднимай, блин, телефон. По телефону, да? Да-да, так, ясно. Что ж, обидно. Понятно. Я, конечно, разочарован. Нет, спасибо. Да-да. Чё ты сидишь, как дура, я всё сделал. Так, и что ты там достаешь? Чё? Всё? Auf Wiedersehen? Что? Все, все нормально. Он ушел. Твои дети в порядке. Ты же знаешь, я их не обижу. Карл за ними присматривает. Карл. И что? Как ты могла так обойти... Ну, короче говоря, обойтись со мной. Ага. Пау. Правильно ли я сделал? Я не знаю. Под ударом из-за отчета Миллера. Источник из Bowman Carson Group рассказывает все в последнее. Скарлетт Карсон под следствием. Настоящий виновник взрыва в Тюринге найден, а иммигрант Алекс Дебуа освобожден. Снято обвинение с Алекса Дебуа. Он возвращается домой, но всю его семью уже депортировали. Провал. Страна против изменений, страна против прогресса. Протестующие громят город. Дом Скарлетт Карсон. 17:27. А число какое? 2 недели спустя. Отлично. Держать, встать. Скарлетт, где ты сейчас? Тебя нужно посадить в тюрьму за содеянное. Ты во всем виновата. Нет, но она действительно виновата, я так понимаю, поэтому какие тут проблемы-то вообще? Мои милые крестники, мне жаль, что так все получилось. Никто не думает о семье Алекса Дебуа. Просто жутко, как легко закрыть глаза на правду. Люди просто живут дальше, как ни в чем не бывало. В смысле? Так, карточка. Скарлетт, где ты сейчас? Тебя нужно посадить в тюрьму за содеянное. Опять? Ты что, гонишь, что ли? Ты во всем виноват. Что это за бред? Не, ну она под следствием, Дебуа отпустили, я так понимаю, правильно же? Но он ни в чем и не виноват, воспользовалась его карточкой она. Так это получается, она нечаянно убила своего мужа? Оули щит. Точно. Она убила своего мужа, нечаянно вставив эту гребаную карту, вызвав перегрев системы, и получилась вот такая жопа.
Все понятно. Where did she take you? Куда она всех вас увезла? Если бы вы знали, что она натворила. Как под следствием, в смысле она увезла? А, это радио. Похоже, она уезжала в спешке. А, она смоталась, короче, вместе с детьми. Ну, блин, она убила мужа. Ну, она же нечаянно. Да, друзья. Я, конечно, не ожидал такого. Даже не ожидал вообще такого. Но... как есть. Жесть. Мы здесь были, да? Ладно, хорошо. Мне надо спускаться вниз, наверное, и валить отсюда. Все? Все закончилось? Я так понимаю. А если бы мы отдали эту кассету... Все, тихо. Ну-ка. Алло? Скарлетт. Скарлетт, you know, ты же знаешь, я не виновен. Как ты можешь с этим жить? I came to you for guidance. Я ведь просил у тебя совета. I don't know how you got away with it. Не знаю, как тебе это удалось, но я уверен, ты взяла мой пропуск. Детектив Холден уверен, что сможет мне помочь. It's just a matter of time. Теперь это лишь вопрос времени. I will make sure my name is я верну себе свое доброе имя. И если я получу доказательство, что ты в этом замешана, я клянусь, я отберу у тебя все. Как жестоко. Ничего еще не кончилось. Так тебя же вроде оправдали. Я что-то не понял. Что за говно? Друзья, мы закончили проходить The Occupation. Так что я вас всех поздравляю. Короче, можно было еще, конечно, по-другому сделать. Но всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья, всем пока-пока.